Azərbaycan artıq müstəqil dövlətdir və onun öz telekanalları var. Və bu kanallar peyk vasitəsilə dünyanın demək olar ki, hər yerinə yayımlanır. Niyə biz cəbhə xəbərlərini Fransiyaya, Rusiyaya, Almaniyaya öz telekanallarımızla yaymaq, buna görə də texnologiyalarımızı yeniləmək haqqında düşünmürük? İndi bir dəqiqəlik hadisələrə başqa bir tərəfdən yanaşaq da. Niyə məhz biz Fransada, Belçikada bir hadisə baş verən kimi o saat həmin ölkələrin telekanallarının koordinatlarını tapır və bütün gün o kanallarda gedən baş xəbərləri izləyirik. Həmin kanalları hətta birbaşa efirə belə qoşuruq. Bəs niyə həmin ölkələr eyni işi Azərbaycanda nəsə baş verəndə bizim kanallarımız eləmirlər? Biz özümüz öz xəbərlərimizin eksklüziv daşıyıcısı olmaq şərəfini anlamadan başqa ölkələrin kanallarının gölgəsini qılıncılayırıq. Əlbəttə, ANS öz imkanları və dünyanın nüfuzlu kanalları ilə olan işgüzar, dost əlaqələrindən istifadə edərək cəbhəyanı zonalardan reportajları xarici kanallara da göndərdi. Beynəlxalq NX təşkilatının üzvü kimi bura daxil olan 50-dən artıq kanal məhz ANS-in döyüş zonasından birbaşa reportajlarını aldı və yaydı. Amma yaymayanlar da oldu. Məsələn, NTV kanalına hərbi reportör Vahid Mustafayevin hazırladığı reportajı bura sonda qəbul etmədi. Səbəbi isə sonuncu cümlə idi, yəni Vahid sadəcə həqiqəti demişdi. Yəni, xərcüz v qorodi Tərtər, okolo doma Simi Mamedovıq. Этот дом подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны армянских вооруженных сил в ночь с 1 по 2 апреля. В эту ночь совершенно неожиданно ни для кого по всей линии фронта армянские вооруженные силы начали крупномасштабное наступление. Это крупномасштабное наступление принесло очень много горя людям, совершенно не повинным ни в чем, которые живут в приграничных и при фронтовых населенных пунктах. Дети, женщины, старики, получившие ранения, в частности осколочные, от артиллерийских залпов 122-миллиметровыми и 152-миллиметровыми пушками, постоянно, ежечасно приводятся в центральную больницу города Тертер. Сегодня, после обращения большого количества международных организаций, а также учитывая миролюбивую политику азербайджанской стороны, азербайджанская армия в одностороннем порядке прекратила огонь. Этому предшествовала полная ликвидация всех боевых точек, с которых на протяжении последних 22 лет велся огневой штурм на населенные пункты и град огня, который падал на совершенно ни в чем не повинных людей. Но, несмотря на это, в северном направлении и юго-восточном направлении и сегодня тоже слышны залпы со стороны армянских позиций. Азербайджанская сторона еще раз заявила в сегодняшнем коммюнике, что если армянская сторона не прекратит эти односторонние артиллерийские набеги, то азербайджанская сторона, используя всю мощь своей армии, будет вынуждена уничтожить все позиционные и места непосредственного ведения огня, и не будет нести никакой ответственности, если при этом будет нанесен какой-то ущерб местному населению, армянскому или же ихнему имуществу. Таким образом, как вы слышите, я сейчас нахожусь на прифронтовой зоне. Залпов не слышно, спокойствие и каждый житель города Тертер и других прифронтовых городов и сел Азербайджана мечтает о том, чтобы это спокойствие длилось долго. Вахид Мустафаев, телеканал АНС, специально для НТВ.